Приветствую вас на канале «Современные родители». Сегодня представляю твоему вниманию отпариватель Philips STH-7060-80. Цветовая палитра отпаривателя выполнена в стильных и современных тонах, что делает его не только функциональным, но и эстетически привлекательным устройством. Эргономичная рукоятка с мягкими вставками обеспечивает комфортный и надежный захват даже во время длительного использования. Корпус отпаривателя выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к высоким температурам и механическим воздействиям. Световые индикаторы на передней панели информируют о текущем режиме работы и готовности устройства к использованию. Система хранения кабеля на задней части устройства позволяет аккуратно убирать шнур после использования, что добавляет порядка при хранении и переноске. Многослойный коврик Style Mat, входящий в комплект, выполнен в стильном дизайне, сочетающемся с общим внешним видом отпаривателя, и легко складывается для удобного хранения или переноски. Обязательно загляни в описание под видео, там я оставила ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит совершить покупку с максимальной выгодой. Дополнительно к компактным размерам интегрированная система предотвращения известковых отложений позволяет использовать обычную воду из-под крана, обеспечивая длительный срок службы устройства и сохраняя качество пары на высшем уровне. Функция самоочистки гарантирует, что каждый следующий раз, когда вы будете использовать отпариватель, он будет в идеальном состоянии. Безопасная для любых тканей. Вы можете смело использовать отпариватель даже на самых деликатных материалах, таких как шелк, кашемир или шерсть. Изящная конструкция позволяет без труда работать вокруг украшений, принтов или аппликаций на одежде. Компактные размеры отпаривателя обеспечивают удобное хранение и простоту в транспортировке, делая его идеальным спутником в путешествиях. Световой индикатор уровня воды предупреждает, когда пора наполнить резервуар. Также присутствует функция автоматического отключения, что гарантирует безопасность при забывчивости или отсутствии воды в резервуаре. Данное устройство не просто сокращает время, необходимое на уход за одеждой, но и помогает сократить количество стирок, что снижает износ одежды и экономит воду и электроэнергию, внося свой вклад в защиту окружающей среды. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Плюется ржавчиной. Тяжеловат. Маленький контейнер для воды. Теперь перейдем к положительным. Красивый, удобный. Качественные материалы. Удобно брать в поездку. Подписывайся на канал и нажимай колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. А также делись впечатлениями в комментариях и поддерживай канал лайками. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Там же ты найдешь скидочный промокод. До скорой встречи на канале «Современные родители».